Пожарные Люберецкого района продолжают профилактическую работу в образовательных учреждениях. На днях учебная тревога была объявлена в школе номер 6. О том, как справились с чрезвычайной ситуацией дети и учителя, смотрите в следующем сюжете. Внимание, внимание! В школе сложилась чрезвычайная ситуация. Просьба срочно покинуть здание школы. Внимание, внимание! Для учителей и школьников эвакуация стала полной неожиданностью. Пожарные говорили только о том, что они проведут викторину и покажут свою технику. Но хорошая оснащенность школы специальными сигнальными средствами и общая готовность к чрезвычайным ситуациям предопределила успех. Вмиг на заднем дворе школы выстроились ровные шеренги учеников, и классные руководители отрапортовали директору о завершении эвакуации детей. Работа по противопожарной безопасности должна вестись систематически. Что мы и делаем. Вот, в принципе, ребята сегодня уложились в нормативы. За 3 минуты покинули здание школы. Четко сработал план действий при чрезвычайных ситуациях. Дети знали, куда идти, а расстановка дежурных оказалась эффективной. Не было проблем и с доступом к запасным выходам. Детей выводили смело, хорошо, уверенно. Производили доклады по эвакуации. Ну, в принципе, для этого тренировки и проводятся, чтобы повышать свое оперативное мастерство в данном направлении. После эвакуации спасатели учили старшеклассников пользоваться огнетушителем. При умелом обращении с ним можно предотвратить губительный пожар на стадии небольшого возгорания. Но многие из нас даже не знают, как правильно выдернуть чеку. Вытащи, все. Держись за раструб, вот. Ну, давай. Для младших школьников была организована тематическая викторина об осторожном обращении с огнем. Ведь зачастую дети в отсутствии родителей невольно становятся виновниками пожаров. Юлия Шпиль, Илья Фоменко, Алексей Серьезнов, Люберецкое районное телевидение.